Так, лучше твой ромбик, блядь. Кто его хилит? Рыбу хавайте. А я думаю, хулипалу поставить, типа, вот тут вот пациент. Он чуть Вот частицу эти же, сможет хилить. Вот, правильно вот эти? тут вот. Вот тут вот он должен доставать и по мне хилам, и по вот. Этого достаточно будет. Блядь. Сюда идет со мной один хил тупо, нахуй. А вы там бьете, блядь, вот этого хуйпутала, который... Там Картаза, блядь. Ну что там, подожди, по готовности? Картаз дальше идет. Картаз, блядь, как раз таки на тебя идет, и ты вообще а, не точно, так... Блядь, Картавый точно. сюда идет, где шкаф. Телек на меня идет. Ну, на тебя Ревендер идет, прием. Телек на меня идет. Кто это говорит? Тебя говорит, блядь. На Навара пойдет Ривендер. Я его не увидел за этой херы. Кто куда кидает баф, где ханта? Паладины, пробафайте, я же вам там говорил. Обезбашенный ты МП5 бафаешь, а зачем ты кулаки и на чё чёрник ты каска. А зачем там стоит нахуй, ждет, когда диван кидать. Заебались с этими кулаками, под... потом побафают. Под... Ладно, похуй. Вар, крикни нахуй, короче, поебать нахуй. Сейчас, сейчас готовность, как все готовы, он даст диван, встанет, прибежит сюда, его забафать надо, он бафнет пару тел, и уже можно пулять через пару секунд. Хорошо. Так они прибегут готовы. Или нет? Он прибежит. Диван все, прибежит. Давай. Все, давай, пуляй. Мобын этот сагрит. Не пуляй, не пуляй. Сначала диван, сначала пал встает ну. Камнем, потом бежит к нам. И потом только мы пуляем, когда пала бафнем еще. Я Давай, 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 диван, короче, вставай, беги к нам быстрее. Я просто по этой, бля, тактике, блядь, не особо. Все, давай, беги бежит. К нам, короче. Готовьтесь уже прям встречать его сбоку здесь. Он с той стороны вообще побежал. Там 3 минуты висит. Все, давайте бафайте его и пуляем. 3 минуты диван. Должен прям на ходу бафайте. На ходу бафайте быстрее. И хуярим этого тана. Блять, у нас Гера КД, конечно, ну ладно. Те, кто павшие, дашь Геру, полрейда падал. Давай павшим, давай Геру. Геру, давайте Геру. Кидай, подождите 20 сек. Окей. Потом, потом вторым дадим, ничего страшного, нормально. Розик одел на второго этого еблана на ревендер. Этого сейчас по-быстрому добиваем. Геру сейчас не даем вторую, дадим на уже бароне. Тут уже и первую не дали. Первую не дали. Ну ладно, бейте пока без Геру. Быстрее добиваем, добьем, на втором дадим Геру. Прохил, прохил. Добиваем быстрее. Блять, третий стак сейчас будет. Быстрее, быстрее, быстрее. Нормально, отлично, пойдет. Дальше побежали. Подбегаем барону. Максимум сейчас ДПС. О, реагри. Давай, давайте, Геру. Приз, пошли, сбрасывайся. Фул ДПС. Че там время на диване, Ром? Сбросишь сразу, короче, забирай с меня волокну. Триксис, что там время? Да, она, наверное, не видит, блядь. Две минуты еще, полторы, нормально. Вообще идеально успеваем ДПС, прям, огонь хватает. Все, забрал, да? Все, я, короче, налево тогда потом сразу бегу, ну. Кому, смотри, 4 стака, короче, надо... Блять. Похую, добивайте, блять. Ладно, добивайте, добивайте, добивайте на мужика, добивайте, добивайте. Тут добивайте до 6 стаков. Бежим. На шестом только пол хп сносит. Все, отлично, побежали, короче. Давай, твой правый, мой левый. Я уже слева. Давай, на леди блом, который. Короче, ну, меняйтесь просто по очереди. На ком 3 стака, блять, все хилы сдохли. Потому что нахуя вы туда побежали? Вы чё, блять? Вам делать нехуй. Блять, на ком? Хух, дай БР по Алёша. Алёша, дай БР по обезбашке. Быстрее. Меняемся по очереди. Три стака меняемся. Три стака меняемся. По максимуму вар кикай костыму. Блять, если ну, ребята, кто три забыл, стака меняем. Если это не стаки, если свой кто забыл, уходить.
На вот этом петухе, на зелике, нахуй, надо в рнж стоять, блядь. Вы тупые или что, блядь? Меняемся, меняемся. Кто сейчас идет на зелика, нужно на нем рейндж соблюдать, потому что ТП отель, отель, дай, дай БР по, блядь. Азар, если можешь, сам встань. Я по безбашке, дай БР отель. По кому БР? Блядь, безбашки. Паладин который. Пиздец, стадо, стадо баранов пришли, сдохли, блядь. Блять, я сейчас сдохну, меня не хилят вообще, я умер, но. Пиздуйте сюда, кто стаки скинул, стаки, это, на себя зубы дал. Ну-ну-ну. Там остался один хил. А ты, давайте, ты можешь бернуть холепала, обезбашка, который? Он лежит, вон, блять, слева нахуй. Около этой, блять, сэр Зелика ебаного, ромби где. Остался один друид живой. Все, друид умер, блядь. Дайте иннер по паладину. А, хотя ладно, уже все. Все сдохли. Вот, вот, вот смотрите, вы чего-то недопонимаете, нахуй. Вам РЛ не рассказал то, что, блядь, этот пидор Бломи, он простой, нахуй. Он просто лужу ставит, с лужи выходишь. А вот тот зелик, нахуй, на нем рынжу надо держать 12 метров. Если вы нарушаете рынжу, цепуха усиливается в два раза, блядь. Первая цепуха 3000, вторая 6, четвертая ваншотает, нахуй. Вы встали, как бараны, нахуй, с кучкой, нахуй. И сдохли 10 человек. И вот этой хуеты сейчас не повторить, сейчас все так же сделаем на первых двух. А потом побежим пидора с лужами бить все, весь ебучий рейд. До 6 стаков мы его захуярим, понятно, блядь? И не бегите нахуй в разноброд, блядь. Танки будут бегать меняться с хилом, а РДД и ДД будут бить пидора с лужами. И потом мы этого зелика добьем, и бить его надо. Милики туда не идут вообще. Туда идут РДД и соблюдают рейндж, даже когда не бегут к нему. Вот эту хуету запомните, надеюсь, мы сейчас его убьем, блядь, если вы хуету не будете делать. Пришли, блядь, и сдохли все 10 человек, вы чё, блядь? Да, а потом будет фри 2 лоста. Самые простые боссы, в принципе. Ну, я думаю, на сапфе мы охуеем, честно говоря. Ну, миликов дохуя, но я думаю, нормально. Там, там стопудово охуеем без хорошего хила. Ну, я не знаю, как Алёша хилит. Да нормально все будет. Ну, кстати, а хил успеха, я бы 6-го на сам. А у нас 6 хилов, а не 5. 6-го не будет, 6-го нет. Man Steel, что тебе не нравится, когда сквернословят? Да, это, блядь, привычка профессиональная. А у ШП есть, да? Не, нету, не-не-не, у меня даже не раскинутые таланты. Ну, у меня шмот чисто на ШП считаю, там, и на хила шмота нету, блядь. Ладно, я понял, короче, хуйня. Что был бы холи приз, было бы заебись. Да по сути можно сделать, раскидать нахуй, но это время, блядь. Ни макросов, ничего мне не сделано. Хух, хух, друид, а у тебя нету спека хила? На сапферон. Ясно, я понял, у тебя есть, походу, раз ты улыбаешься. Вот ты тогда и спекнешься на сапферон. Да, хух, хух лучше поможешь, потому что там реально очко будет. Там мердрушники рулят. Ну, похуй, похуй на шмотки, блядь. Без шмоток выхилишь, я в тебя верю, блядь. Да, у тебя там в сове, в принципе, неплохо собран. Вот сейчас вот эту хуйню запомнили, вот вы не бегите. Сейчас после двух. После двух мы убьем и бежим сразу на этого. На Бломе, на тёлку, которая ставит лужи черные. Вот ее мы зерганем, как первых двух. Там до 6 стаков не убьет рейд вообще никак. И потом этого петуха зелика. Только на зелике, имейте в виду, милики туда не бегите. Хилы рейндж между собой. И РДДшники рейндж. Вот прям когда вы к нему бежите. Нужно соблюдать рейндж, имейте в виду. Он вот этой цепухой пошотает всех. Только вот, блядь, единственное, что нету этого. Не будет крита у РДД 5%. Ну ладно, переживете. Да похуй. Да переживёшь, ничего страшного. Там сапферон все равно долго. Депот, главное, что прохили у нас. Блять, вот, честно говоря, блять, я еще сагрил. Потянул. Ты же далеко стоял. Да не бегите вы к нам. Сдохните там. Спорисуют.
Блять, этот трэш надо было лучше сразу убить. Не ебать голову. Сори, я дам. Ты анролов не писал никаких? Нет, я штуку писал, бое анролы все. Анролов никаких нет. Почему это трение не бое, блядь? Ну трение не бое, вроде бы. Ну да, была бы бое, блядь, заанролил бы, мне бы дал. Ну конечно. Я все, блядь, все одно да потому. Что там, Локи же есть уже? А, нет. Блять. Ну, к следующему КД, наверное, приготовлю хаперста. Шмота, я вот сколько помню, нахуй, я здесь, блять, один раз нахуй пробежал на этом трэше, только, блядь, чтоб не сдохнуть. Вот на этом ебаном насаде. Ну там, блядь, если не убивать, там ждать долго просто, пока он пройдет, трэш ебучий. Да, так это калит пиздец. Проще убить его. Блядь, там эти камни идут. Я не успею пробежать. Сука. Мой. Там Лок добежал вроде бы, я не знаю. Угу, да, Лок вроде забегает. Кто там Джипс оставил? Поставьте, если еще есть. Шкаф поставит и нормально. Побежали, побежали, побежали. Ой, кто-то там не добежал, походу. Да, там. По один минус. Да сейчас встану сначала инстайх уже суманут, там лок есть. Вставайте, ребят, и плюс в чат кого суманут. Что не добежал кто. Ну-ка добежал, блин. Сколько стаков меняемся на этих, блядь? Которая вторая вар. Которая это зелик ебаны и блом. Ну, стака по 3. Хорошо. И, ребята, кикайте косты, типа, максимум. Особенно вот шаманы, вам сам заебись, нахуй. Поставил рыбу. Правда, нахуй. Хил вряд ли кикать будет. Ну, вот хотя бы громобой. Пока я кикаю, там, 5 секунд, когда я пикну. Хилы, наберите главное рейндж тогда там, на этой зелике, которая 33-го будет убить. Вон там в углу, справа. Рейндж наберите по 12 метров, напишите сразу. И стойте в нем, чтобы прохиливать. Так, паладин тут. Зачем который? Давайте в пулбаф перейду, все тут уже. У нас рейд ДПС совсем хуйня. Проходной есть. Не, у нас нормально ДПС, типа, хватает. Ну просто и можно этих двух всадников в центр комнаты вести, забубынить под герой. Не надо, не советую. Не настолько летит ДПС. Такого тут нету, да. Это жестко. Ну по одному проблем нет. Главное потом пойти на того, кто лужит. Давайте человек. Чек на баф и пул. СС дайте по паладину Азичампу. У тебя диван от КДшился? Тут Гера с пола. Сейчас даю. Да, Гера с пола будет. СС по зичампу. Побежали. Ну, короче, вы там знаете уже, где стоять. Вот я вам даже крестик выделю. Крестик это когда вот побежите, там, блядь, сразу, ну, хилы наберите раньше, не надо. На вот этой хуйне, звездочки, главное, свой зоны выходить, ну, там, короче, такая лужа чёрненькая.
Но эти два похуй. Торчи на бафу пол еще раз. Хух. Тут. Все, давай диван. Вставай и беги к нам. Вставай, беги к нам. Подожди, рано еще. Он еще на ботах, да. Ребахайте паладина, я пуляю. Геру, давайте. Давайте в 2 стака убьем. Тогда в 3 стака убили пизгера. Сейчас 2 убьем. Будет вообще нормально. Даже в 1 почти. Побежали дальше. Стоих, ёпта. Я заберу сразу. Поменяемся, скинешь так. Бьет, блядь, по 13-ку, не хватит. Моя жизнь принадлежит мне. Ты там скинул, мы уже 300-ка, 4-й скоро будет. Добиваем быстрее на мужика, ну никто не убегает, просто добиваем. 400. Добивайте, добивайте, не умрем нормально. Все, и скидывать стаки побежи. Я налево на звезду побежал. Аккуратно, повторяю, на крестике рейндж 12 метров, ребят, хилы. На крест-то, блядь, никто не пошел. Ну, испугались. Ну ладно, ничего страшного. По 3 стака меняемся. Ребят, 3 стака и без, ну, на вас вешается, бежим на крестик. Это всех касается. Хил сюда один, блядь, 300. Подбегите, кто мы с пара похитить, еще сдохнет, блять, прожми что-нибудь. Сейчас меняться будет. Косты кикаем. Да, меняемся. Побежали туда. На зелик. 12 метров раньше. Блять, сейчас приск умрет. Косты гикаем по максимуму. Раньше соблюдаем. Хух, дай БР по присту. По максимуму косты гикаем, ребят. И соблюдаем раньше хилы главные. Главные хилы. Там даже, блядь, в 3 дд доковыряем, нахуй. Главные хилы, чтоб не сдох. Ребафните приста. Каску ему дайте хотя бы там MP5 и инту майн и лапку друида. И инер залей ему пух, пожалуйста. Меняемся. И добиваем леди блон. Блять, сколько у нас там стаков? 2? Нормально, добивайте леди блон. У кого там по 2 стака, 3 даже, ничего страшного, добивайте. Косты гикаем просто. Сейчас просто, когда на вас 3 стака, отбегайте просто и скидывайте стаки. Похуй куда, в центр можете, только, блядь, ну, отбегайте. Захил мне ебана, урод. Хил. Прохильте вару. Ну, я могу поменять через 5 секунд. Сейчас, так поймаю. Тяни еще. Давай, меняемся. Ясно, меня, блядь... Ладно, похуй. Давай поменяемся. Косты кикаем по максимуму. Все, и добиваем эту парашу. На ком 3 стака, ребят, отходите, не умирайте. Просто отойдите, ну, и зато вы живите. Скидывайте стаки. Хотя можете уже добивать. 300 тысяч стало.
Ну, молодцы. Что там, Армагеддон выпал? Нет. Хуй нахуй, да. Ладно. Меч Тантовский выпал. Тебе надо варгать? Сразу дам, если тебе нужен. Нужен? Да, да. Окей. Ну, заебись, мечик. И меткость, и мастерство. Все, что надо, блин. Так, давайте сразу разроли тогда отсюда. Тебе надо хант эта хуйня? С РПБ, в принципе, неплохая, да, голова. Кольчуга. Не знаю, может Эльм, там, не знаю, Ршам, не знаю, кому-нибудь, может надо. Неплохая. Холли Пал, в принципе, тоже неплохая, пойдет. Бери этот громобой. Азар. Окей. Так, Грудак, Разбойник, ДК, Маг, Друид. Ебать у вас роллы, блядь. Макс Фактор, блядь. Так, Макс Фактор, ты уже в начале инста. Я посмотрю, что это там за этот Грудак я дам. Двухсотый? Окей. Макс Фактор дашь обмен? Я на себя поставил звездочку. Дальше. Грудак кожа. Можете покурить пока, кому ничего не надо суть. А те, кто хочет покурить, там, подождите, пока разроли, потом покурим. Надо кому-нибудь жилетка вонючая? А, блядь, я что, её ролил, по-моему, да? Никому не надо. Тканевые наручи, РДД, там, не знаю. Ну это, там, не знаю, какой-нибудь Аркан Маг, там, Дестрик, еще что-нибудь. Давай, Аршанский. Тебе надо тотем этот? Шаман, который громобой. Не помешал бы. Давай обмен мне звездочку. Рольте на успех пару не надо, мне тоже это шей не надо. Ну, подожди, не то. Джейсон обмен. И Аршанский обмен. В звезде. И Грудак я тебе отдал, Макс Фактор, да? Вроде на. Хиловская Атрини, еще одна роль. Да ты один ее, тебя... Че она там? Назар, я ж тебе, по-моему, отдавал эту Атрини. Ты тогда в прошлый раз... А, не, Айдахил выиграл. Ну ладно, Айдахил, Азар, давай пьем. Кожаные... Эти надо кому-нибудь? Джейсон, дай мне, на тебе что-то шею не отдал. У тебя есть шуля такая, я не понял. А, подожди, это другая, стоп, все, все, стоп, стоп, это другая шея. Файеры, демоны, эрдру. Хотя не, эрдру с меткостью такое. Файеры, демоны в основном. Подожди, отель, а ты что обмен мне даешь? А, на ноги. Да, на сову, кстати, тоже можешь шулить спокойно. Давай обмен. Так, теперь. Аршанский, ты мне дашь обмен на наруч или тебе не нужно? Так, теперь первый тринкет РДД. О, нихуя себе. Сотку, блядь, подкрутил, смотрите, нахуй. Нихуя не знаю, ну случайность чисто. Роль второй будет. А то нас как это делать? Ну вы все поняли, что короче подкрутил нахуй читера. Да не, ну типа карма. Да я заскринил, я заскринился. Роль второй. Говорил там, что это мазершип, пароль не триню, пожалуйста, а в итоге, блядь, сотку кидай. Подожди, Мацумото получается, да?
Да, он один расстроил. Мацумото, обмен Ризин кидай. Чайную мед. Что? Ну, Мацумото лок. Чай тебе, Ризинки. Нет, он 29. Выше. А, стоп, какой Мацумото? Джуки, блядь. Я перепутал. Сори. Я, блядь, проебался. Нахуй. Я так думаю, я еще в чат линканул, блядь. Да, что-то я тупанул. Обмен Ризинки, да, я ромбик на нее поставил. Сори, я проебался. Нахуй. Как прок тринки называют? То скажите для Телмивена мне. Нихуя ты уже Телмивеном пользуешься, ну. Ну. Забыл просто. Так и называется, исчезает. Так. Короче, все тут. Сманите его. Ой. Ты ж сумонил туда японский свет. Заебали эти метки багаться, сука. Хух, спека себе в 6-го хила отбрал. А уже в хиле отлично. Вот таким, короче, полумесяцем РДД рейндж примерно, блядь, десяточку, ну, соблюдайте. Ой, РДД, блядь, хилы, короче, вот так вот выстраиваетесь. Ну и там РДД смотрите тоже места, рейндж 10 метров. Ну, сейчас я, блядь, курить так хочется, а кто ливнул? Стак лок. Стак лок. Да, и нахуй пошел, да? Так, короче. Хилы, выстраивайтесь, ну вот, вот в этот полумесяц. РДД там смотрите сами себе места. Рейндж 10 метров. А, потом. Кидается такая хуйня, короче, вот как Blizzard маговский. Blizzard маговский, короче. Кидается, ну. Какой-нибудь маг, киньте Blizzard, ледяная, как она там хуйня у вас называется, Blizzard, короче, ледяная глыба. Не знаю. Как-то не глыба, блядь. Ледяная стужа или как она там у вас называется, Blizzard такой. О, вот такая вот хуйня, вы видите, короче, под ебалом у себя, когда она падает. У вас там еще дебаф около вашего там премиума, випки, орда, где вот эта вот хуйня покажется. Выносите ее туда, к стене. Спулился а босс, не... прием, спулился босс. Бьем босса, не ФКшим. Ой, ладно, давайте хуй с ним. Подхитили лайна. Прохил рейд. А, там, блядь, не, все, это пизду, это ебало. Да, да, лучше упасть, нахуй. Чё-то там, я... там уже все, поразносили, блядь, челики. А, откинуло ее, в стене застрял, сука. Кто спулил, фидер какой-то? Чтоб у тебя, блядь, во лбу что-нибудь выросло. Видишь, еще... А, я думал, я застрял. Вот, короче, вот такой Blizzard, нахуй, кидается. Когда увидите, что на вас кидается, выносите его к стене. Только не через людей, блядь. Если прям уже нету вариантов, можете пробежать кого-то. О, заебись, отагнулся, да? Только через хилов не бегайте, нахуй. Потом эта хуйня взлетает. Вы ждете, пока она кинет три глыбы нахуй. Вот первая глыба, блядь, фуха кинулась. Вторая глыба в отеле кинулась. Ну и третья еще должна полететь. После того, как она три глыбы, блядь, кидает, подходите и прячетесь нахуй за эти глыбы. Прямо-прямо во фрейм. Точно-точно, блядь, по центру. За эту глыбу. Спрятались, вы выживаете, дальше бьем босса. Все, это весь босс.
Вот эту стужу главное выносить и вот эти три метки. Только на метках, я вам говорю, блядь, не сбегаемся, не подходим друг к другу, чтобы не давало жесткое ОЕ. Стоим в РНЖ. После того, как кинулось эти три, блядь, глыбы, только потом идете и прячетесь за эту глыбу. Прямо в центр во фрейме становитесь этой глыбы. Сдохните, ребят, все. Это, в принципе, все, что вам по этому боссу надо знать. Ничего сложного здесь нет. Милики, блядь, только не заходите. Не заходите, там не заходите. Не заходите. Да все, можете заходить. Ёбаный босс, сука. В принципе, босс очень простой. Главное вот эти, ну... Да 100%, главное в РНЖ стоять и выносить стужу. Все, больше ничего тут не надо знать. Этот шаман, который громобой, ты же в хиле, я надеюсь? Да, в хиле. Все, отлично. А, жмышок, друид, ты в дискорде? Я тебе только что добрал. У тебя хил-аспек есть? Хоть какой-нибудь? Хуёво, ладно. Ну зато вам 5% крита будет в Ордоне снова. Да хух, ты все равно в хиле бы остался, он бы седьмым хилом пошел. Всякий случай. Тут берсы нету, главное, прохилить. Ставлю рыбу. Хавайте рыбу. Там рыба осталась еще, надеюсь? Да, еще на 4 трая. Ну давайте, я думаю, без траев убьем там. Хавайте рыбу, фоллбаф поеду. Я надеюсь, вы меня услышали, что делать. Как поставьте друиду с моем. Сейчас поем. Друид, ты был вообще на Сапфироне хоть раз? Да, был. Знаешь, стужу главное выносить, книги, только да, не да, через да. Все, окей, умничка. Да я на X3 проносил его. Хорошо. Да. Так. Нету стамины перестовской, нету интеллекта, нету кулаков там и так далее. А, у нас этот изничам что-то охнулся. Он релок или с концами? Вроде не писал ничего. Каливнул петушара, блядь. Не знаю. Не, он зашел нормально. Забираю вот слова обратно. Не, что-то таком назвали. Забираю слова обратно. Все, ребят, вы выясните после вас уже. Давайте убьем его, короче, дальше будете выяснить. Сумон паладина. Типа, кель вообще очень простой, там, блять, прям вообще все есть. Главное контроль. И свой зону выходить. Все, сейчас паладина суманется. Все, ребаф паладина дайте, и паладин кулаки всем разбафнет. Дайте ему стаминку, каску паладина по себе дайте. Да, есть. Остальное, в принципе, все нет. Стамину, ну, пристабат, короче, дайте. А, и, блядь, мастераур. Кто лед забрал? Если что, там нажмешь. У кого есть, пейте саппорт, типа, ну, хоть чем-то, ну, понимаю. Давайте вообще на полубаф. Жмышок, что тебе не хватает в этой жизни? Жмышок. Ну шо, мы там убьем сегодня этого пидора? А, ничего, не, все, иди полево. Петуха этого, блядь. Блядь, ну ты его, конечно, спунул. Ладно, пойдет. Видите? Милики, аккуратно, блядь, только смотрите, выносите стужу. Вот уже пошла на вас эта хуйня. Отходите от нее и не стойте. Можно на той стороне стоять, если что, бить босса. Держу в курсе. Там, блядь, вот этот, блядь, лог, который, мотсу, что-то там такое. Выноси стужу, не стой. Убегаю. Прохил рейд. Аккуратно выносите просто. Можно на другой стороне фрейма босса стоять. Ну...
типа, блять, Азар сдох, нахуй, я понял. Лок тоже сдох. Ребят, выносите стужу, блять, ну просто не стойте. Вот у кого стужа сейчас под ебалом стоит, отходите от нее тоже. Не сбегайтесь все в кучу, не сбегайтесь, АОЕ будет сильная. Ждите, пока кинет три метки. Потом становимся все во фрейм, блядь, за нее. И прячемся от бомбы, нахуй, которая будет падать. Первая пошла, вторая пошла. Третья пошла. Все, все спрятались за склепами. Быстрее. В один фрейм стали, в центр прямо склепа и спрятались в нее. Прямо в один фрейм в центрик спрятались. Все, вышли, дальше бьем. Все, дальше это босса босс. Поставь, только дальше поставь. Все, это весь босс, больше ничего не меняется. Про хилрейд. Дай ма нам на лед. Отель, дай БР по Мацумото. Ребафните шамана. Инар по Азару, дайте жмышок. Аккуратно, милики, блядь, на ком стужа, блядь, выносите нахуй. Только не через всех людей, блядь. Особенно в РДД не бегите, блядь. Выносите через милизону. Только аккуратно. Где видите эту стужу, не подходите к ним. Очень простой босс. Больше ничего здесь не добавляется, только эта стужа и все. Прохил там, блядь, ну не подходите под ебало, он же дышит, но. Макс Фана, блядь, Мак, молодец, конечно. Ну, похуй, бить. Прохил рейд. Так, иди, его труп валяй. У нас все, забей, похуй, потом, блядь, БР. Все, нашел. Аккуратно, разошлись, не стойте в куче, блядь, пошоты это уе, сука. Разойдитесь, блядь. Все, три глыбы кинь. Спрятались в один фрейм за глыбой. Быстрее. Мазершип, сейчас умрешь. Хуя ты потный, Мазершип. Короче, Алёша, дай БР по Хуху. Хух, дай БР по Мацумото. Да, лоресно. Аккуратно сейчас уносим. Рибаф, друида и... Блядь... Кто там БР дал? Все, вижу, нормально. Ребаф, друида и лока. Бейте босса. Прохил рейд. Поменяйся мастер аур на лед, зичам. И нажми мастер аур на лед. Милики, вам купол поставлю. Выноси стужу. Рок на тебе. Или кто там? Или Триксис, которая... Подхилить? Да, Триксис на тебе. Аккуратно выноси. Мы захилили. Не надо пока гену. Так, вар сейчас сдохну, блядь. Прохил меня. Блядь, ну сейчас я еще сдохну. Хильте, хилы. Все, рейндж набрали друг друга, не стойте в куче, блядь, хилы сдохли. Отель, дай бы после этой хуйни дашь БР по Алёше, который хули полазил. Я Мацумото уже деснул локу. Последняя глыба и прячемся за глыбами. Последняя глыба и прячемся за глыбами. Так, какого там БР есть? Отель, Алёша? Жмышок, дашь БР по Алёша? Ой, блядь, по безбашен, точнее, паладину, который. Прохил рейд. Прохил. Блядь, все хилы сдохли. Ну все, это вайп. Да, вайп, конечно. Ну, я говорил, типа, жестко будет, надо ведь, сука, еще хилы или еще сильнее хилы, не знаю. Че они там похилили, ну-ка. Эрдру первый. Вот нельзя проебать эрдруника. Вообще нельзя хила проебать здесь никак. Типа, если хила проебывают, если хил падает, то вай, очко. Тут помогающих классов только я помогаю, блядь. Потом кто, ну, сова, я хуй знает, не знаю, стистит там. Ну, никто не хилит, нахуй. Или еще хил, или просто их не ронять как-то, я хуй знает. От Близзарда... Да, типа, а как они умирают? Они умирают, блядь, либо от стужи, либо я не знаю чего. Блядь, опять эта хуйня спулилась. Ну, стужа, конечно. Вставайте все, блядь, встаньте все, блядь, и потом зайдете нахуй. Не заходите, пока эта хуйня там. Че там, можно заходить? Нет. Да он отагрился уже, блядь. Все, можете заходить.
А, я понял, ты зашел, Локи, и сагрил, да? Нет. Он, короче, все босса, когда я зашел. Ну, я понял, надо, чтобы он встал на место, а потом заходить. Ладно, дайте я зайду, посмотрю, что там вообще происходит. Надо. Или он нормально уже? Все, он нормально стоит, заходите. Вставай сам, Джейсон, там, блядь, пробежать 2 секунды. Ребят, пейте сапроты. Пейте сапроты. Ну, реально, не жалейте, ну, пить сапроты. Понимаешь, там не помогут сапроты. Там дело в том, что если вот лужа кинул, ну, вот этот Близзард летит на человека, и человек понял, что она на него летит, и он бежит от нее. Если он бежит, то его лужа не шотнет. Его там подхилят, ну, так, чуть-чуть. Еще раз повторю. В эти, блядь, метки, которые я поставил, блядь, сколько их тут поставил? 5 штук, нахуй. Сейчас еще 6-ю доставлю. Вот тут вот примерно. Короче. Шаман, Назар, это твое место, блядь. Иди сюда. Сейчас. Поставим рыбу. Хавайте рыбу. Паладин, который обезбаш, твой ромбик. Алёша, батлрез, твои трусы. Хух, твоя печенька. Громобой, твой полумесяц. И кто там у нас остался еще? Манстил, твоя звездочка. Ты там еще какой-то... знаешь что? Еще убери Ризеньку с громобоем, поменяй местами, чтобы два Эршама ставили тотем на свою пати, на хиловскую. Пома нехуево здесь будет. Так, там варк. Короче, блять, вот в эти метки, блять, стужу никто не проносит, нахуй. Либо дальше относите, либо ближе, нахуй. Короче, чтобы через эти метки никто не нес, чтобы хилы, блядь, сами только выносили стужу и хилили. И опять же, к вам хилы, блядь. Если на вас стужа кидается, вот, допустим, я в ромбике, блядь, пиздуйте вот так вот, нахуй. Да, и пошли вон туда, вот по этой канализации, нахуй. Выносите ту хуйню, пока она вас не спадет. Потом вернули свою метку. Все, блядь. Основная идея босса — просто жить, не надо его побуинить, абсолютно не важно, сколько урона нанесете, просто жить. Да, тут берсы нету, ребят, он типа, ну, блять, изичный босс, его главное убить. Вы его уже полностью видели, ничего нового здесь не добавится, все то же самое. Только нормально босса поставь по центру. Так, по СС-ам давай. Джуки, дай СС по Алёша Батлрез, лок который. Так, Мацумото, дай СС по Хуху. Мазашип, дай СС по Обезбашке. Все, это самое основное. Локи, поставьте огурцы, кстати. Возьмите все огурцы. Если что, там, блядь, вас кто-то не достает прохилом и так далее, когда вы вносите стужу, блядь. Нажмете и прохилите. Так, давайте РЧ на полубаф. Не стойте, блядь, видите Близзер под собой, выносите, значит, на вас эта хуйня стужа повесилась. Вы ее должны выносить, только не через хилов. Еще раз вас прошу очень сильно. Азар, ты в квадрате стоишь. Выносишь, блядь, соответственно, туда вон, назад, если что, куда-нибудь. Вон, смотри, вот тебе, допустим, линия. Вот на тебя кинулась хуйня, выносишь вон туда вот, в каналюгу, нахуй, и пошел. Вон туда пропало, вернулся, обратно встал. Еще раз повторю, когда, блядь, она взлетает, не стойте, блядь, все вместе. Очень сильно уешет, нахуй. Ждите, пока, блядь, заморозит людей, нахуй, три эти штуки, а потом подходите и прячетесь. Все, еще раз вообще на полубав и поехали. Габанец, что тебе не хватает, Вар? Стамину бафните по нему, не вижу. Присы. Все. Иди пляй, Вар. Только зайди сбоку, нормально ты... поставил. Блять, ну... Это нормально ты ее поставил. Милики, короче, бить можно вот за этого желтого круга. Не надо подходить в притейк, РНЖ тоже держите. Джейсон, смотри, вот ты сюда становишься, ну, если что, типа, сам подхиливайся ударом смерти, потому что цель здесь хилы не достают, здесь надо аккуратно. Стужа вон пошла, уже засрали все, блядь. Аккуратно. С
Что же, блядь, ну не неси ты ее, блядь, через всех хилов. Отойдите, отойдите, кто там стоит около полумесяца, там пиздец. А не. Это танка прохиливаете, ебаный урод. Тебя не слышно, если что. Парочка друидов. Так, пожалуйста. Блядь, раньше набрали друг друга, блядь. Сука, телефон сел, сори. Сейчас еще третья глыба полетит, аккуратно. По майндстилу иннер закиньте, блядь. Озарение. Спрятались быстрее, говорю, что раньше наберите. Парочка друидов там, сова какая-нибудь. Майндстилу сейчас закиньте иннер, озарение. Азар, ты можешь сам встать? Почему отель, блядь? Почему вы БР не даете? Один БР только, у нас три БР еще есть. А кому дать? Так, Алёша, дай БР по Ризенке. Отель, дай БР по Джейсону. Все, один оставим, да. Прохил. Ребаф ДК. Танка, и ребаф... Кого там я сказал? Всё, главное, живите, ребят. Похуй на ДПС. Главное, живите, выжимаемость главное. Если говорю, сами хп видите, что мало, нажимайте его на эти огурцы лока, которые брали, не забывайте. Стамину дайте присты и каску по ману. Бахните. Жмышок, дай бы этот, блять, иннер по безбашка, паладин. Холипал который. Отдал уже. А, блять, 4 иннера, когда все, я вижу. Иннеров больше нету. Шаман, громобой, поставь, блять, статем. Короче, на МП и этот
В Эспире, да, и гимн на Ману. Рейдж набрали друг друга быстрее. Все, спрятались за глыбами, быстрее, спрятались ауру за глыбами, льда. Прохилри. Отдайте ауру льда. Ауру льда, дайте, дайте хима. Ясно, там не добежал кто-то на Ларга банец. Так, у нас минус лог, да? Минус... Блядь, шаман. Шаман, ты можешь сам стать громобой, кто ли? Как ты умер, блядь? Ну еще можно добить. Громобой, ты можешь стать? Нет, не могу. Ближайшая глыба была за полкомнаты от моей метки, лол. Ясно, блядь. Иннер нахуй. Иннера, блядь, тоже нету нахуй. Цепь бесполезна. О, рез. Иннер сейчас у Алёшка батл рез будет. Ну он по себе даст. Ты по себе даже, да? Окей, у тебя маны нету. Алёшка батл рез по 7, Иннер. Ну, живите, прохиливайтесь так, как там, я не знаю. Аккуратно стужу выносим. Тут еще одна взлетка будет и еще одна. В каком-то стае, если переживем. Вот спирит тебя сам подхиль. Подхиль сам. Блять. Аккуратно, раньше набрали друг друга. Не стойте в кучке, не стойте в кучке, ребят. Сейчас будут глыбы, они уешат очень много. Прохиль сред. Джейсон, нажми зеленку. Съешь пета, не знаю, что-нибудь нажми. Сейчас умрешь. Ой, избаунт нажал, пойдет. Все, спрятались за глыбами, быстрее. Сзади, три штуки. Спрятались. 2 секунды до взрыва. Бах. Все полетело. Отлично. Давайте хилу, в принципе, еще 4 штуки есть. Может как-то проживем, добьем эту яму. Прохил рейд. Так, это мана есть. Валет. Я друльки закинул, умер. Угу. Захил танка. Нужно аккуратно выносите. Вас же мало, ребят, остались. Ну, встаньте аккуратно. Подъебало босса, не подходи. Сейчас умрешь. Блядь, зеленку нажми. Понятно. Там же дайте этих. Ладно, нормально, можем так добить. Главное хилить на. Больше никто не умирает. И дамажьте. Он взлетает. Аккуратно, рейндж набрали друг друга. Не стоим в кучке, не стоим. И далеко сильно не разбегают, чтобы успели добежать потом за глыбу. Первая пошла. Вторая пошла. Все слева, смотрите аккуратно. И по центру одна. Все, спрятались быстрее. Спрятались. Если никто не сдохнет, еще одна взлетка и на следующую добьем уже. Все, побежали бить. Аккуратно, рейндж туда друг друга держим и прохиливаем. Типа, отойди, друид, блядь. Хилам не заграждайте путь, нахуй. Хилам вообще, чтоб никто не подходил, блядь. Не выносил эту ебаную штуку. Да скажи потный босс, я думал легче. Захил. Посхил танку. Ну ладно, я еще живой. Еще одна взлетка будет, потому что добьем. Главное, никто не умирает с ним. Потому что лох еще маны троху есть. Блять, у Алёши нету. Алёша, сам себя озарение, я вижу, у тебя откуда-то. Так, у нас один БР еще есть. У Хуха. Я скажу, кого БР, блять, с ним. Дай БР по Вайспириту. Хух. У него точка есть, он сам себе ману треснет. Дим, может, возле месяца лежу. И Дим может дать на импозу усилить. Вайспириту срочно БР дай. Захил там. На ману КД еще.
там у отеля должен быть иннер, у отеля. Отель у иннер, куха есть, скилл. У куха есть иннер. И у отеля есть иннер, да. Отель, код, слей, иннер. Иннер по DC присту, Майд Стил, дай. Я уже, блин, в друида кинул. Ладно, хорошо, нормально пойдет. Леша. А чё она не взлетает? Он должен прилететь. Походу, забахало. Ладно, похуй, добивайте, добивайте, раз она не хочет взлетать. Но уже просто сам сервер хочет, чтобы мы его добили, понимаете? Ебать, милики насрали. Рок, аккуратно, блядь, ты там пиздец просто обосранный. Конечно. Да, блядь, три раза подряд на меня эта хуйня кидает. Танка. Да пиздец, лай. Я заберу, нормально. Отлично. Блядь, ебать, какой потный босс нам показался. Да, ну... Еще одна трини, наверное, да, выпала? Хилам требует. Для милика. У меня когда хп мало, она перестает взлетать. Ну, давайте сразу разрулим. Рольте триню РДД Ризенька 95. Так, милики, тринкет на вас. Ну и хан там тоже. Азичам 63. Джейсон 89. Джейсон. Как прикажете, повелитель. Дальше. Варте надо этот голова. Не знаю, это может коллекцию, не на трансмут или еще на фоне. Окей. Пусковое кольцо. Только силы. Майн стил получается так. Вроде ключ. Я ничем про него не бегу, поэтому все ротики. Фух, а кто там сотку кинул? Подкаст сотка. Все, пошлите. Не на ласта. То есть, какой там накси уже сидим, что-то долго, блин. Тут босса, сука, 15 штук. 5 часов. А?